Привет, друзья, 30-секундный автомобильный лайфхак. Значит, смотрите, если вы ездите, у вас где-то вот этот вот колпачок потерялся, то прежде чем качать колесо, нужно вот так вот нажать на сосочек и немножко спустить. Дело в том, что если вы катаетесь по грязи, сюда попадает пыль, камушки. Если вы потом начинаете качать, вот этот вот камушек может стать там боком и ниппель от этого подспускать. Вы потом едете на СТО, платите большие деньги, думаете, что у вас пробито колесо, а дело все вот этом вот соске и вот таком вот, вот такой вот хитрости. Так хорошо, обращаю ваше внимание, если ездите без вот такой вот штучки, то прежде чем качать, продуйте. И все у вас будет офигительно. Пользуйтесь.